Всем привет и добро пожаловать на мой проект «Записки натуриста». С вами Мила. Сегодня очень важная тема. Ведь в октябре отмечается очень такая замечательная дата. Это не праздник, это то, к чему врачи хотят привлечь внимание. И то, что делают женщины и говорят, что мы свободны. Да, в октябре у нас отмечается 13 числа день без бюстгальтера. Полная свобода от лифчиков. Это, конечно, имеет несколько поводов. Ну, конечно, вы скажете, это феминистки, это гендерное равенство. Ребята, но еще самое главное, это привлечь внимание к проблеме заболевания рака молочной женской железы. И я вам хочу сказать, что уже много есть доказательств тому и очень много мнений врачей о том, что ношение плотного бюстгальтера очень негативно сказывается на женское здоровье, потому что это сдавливает грудную клетку, это сдавливает сосуды, это нарушает кровообращение и, как следствие, может подтолкнуть к таким серьезным заболеваниям, вплоть до онкологии. Поэтому я об этом заявляю, я это пропагандирую, и я вам это говорю, что женщине желательно не носить бюстгальтер. Я сама это делаю, но я вообще на турецке вообще ничего не ношу, когда есть возможности, когда тепло. Но сегодня прохладно, поэтому я немножко уже накинула. Мы ждем, когда будет солнце, но здесь еще обещают. Так вот, подытожим. Кстати, этот праздник, вернее, не праздник, это день, даже сказать, это не праздник, точнее, это важную дату, ее начали врачи из Канады, из самого Торонто. Итак, подытожим. О чем я хочу сказать? Это надо помнить каждой женщине, что раз в год ей нужно проходить обязательное обследование. Это просто обязательно. И это в любом возрасте. Неважно, тебе 30 лет, или тебе 40, или тебе 50. Ты должна это запомнить, если ты меня смотришь. Если вы смотрите и у вас есть подруги, скажите и напомните им об этом. Это тоже очень важно. И, конечно же, не носите эти бюстгальтеры. Они вам абсолютно ни к чему. Они только доставляют вам дискомфорт. Носите свободную одежду и будьте открыты сами с собой. Всем пока-пока, до встречи в новых роликах. Ну а, конечно, моя жизнь натуриста ждет вас на Патреоне. Ссылка внизу. Пока-пока.